один регулятор Лихтенштейна дает зеленый свет ICO токенов Cloud.io. Как сообщает AnyCoin News со ссылкой на пресс-релиз, Управление финансового рынка Лихтенштейна FMA одобряет деятельность CBN, некоммерческого фонда, которому принадлежат токены при условии выполнения пунктов, указанных в белой книге фонда. Решение принято после встречи руководителя FMA и главы CBN. Саша Боровик, главный юридический советник фонда по вопросам Cloud.io, положительно настроен на сотрудничество с управлением. По его словам, Лихтенштейн имеет самую развитую правовую основу для стимулирования инициатив по блокчейнам. Согласно пресс-релизу, во время ICO стоимость токена будет выражаться только в эфириуме, и он не будет привязан к прибыли или капиталу в какой-либо организации. Планируется, что привлеченные инвестиции будут использоваться для создания экосистемы поставщиков геоданных.